колена Израилевы. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое колено Израилевы? Колено Израилевы – это потомки 12 сыновей патриарха Иакова, родоначальника 12 ветвей израильского народа. А также это символическое выражение, обозначающее всю совокупность потомков Иакова, весь израильский народ. И именно это число символизирует полноту сынов Израилевых. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!